Владимир Сапыкин. Ноу-хау. Читает автор. Плохо работают наши генетики. Если не слушают чудо-советики, надо с пчелою скрестить человека, это и станет открытием века. Пчелы, ужалил, сразу вздыхают, знают об этом, но все равно жалят. Вот бы такое привить людям мира, не создавая друг другу кумира. Сделал кому-либо подлость или гадость, и на погост честным людям на радость.